Ну, пошлите, посмотрим, что там наверху в доме делают ребята. Чего они пошли там? Очень долго, на самом деле, трапа ставится. Я вижу тебя. Ты меня спрыгнул, кровьку потерял. Куда ты бежишь? Как вы думаете, куда он бежит? Куда ты бежишь? Ой, их двое. Они плодятся. Давайте пойдем за этим. За этим очкастиком. Беги. Беги. Тебе ничего не поможет. Тебя никто не спасет. Блять! А! А! Представляешь, сам в свой капкан встал. Бывает, бля. Представляешь? И здесь другой ботан. Тоже здоровый такой. Как так? Я же махнул! Так нечестно! Ёбаные ботаны. Я разорву твое тело и скормлю его тысячам радуг. Радуга, хочешь, я скормлю тело этого ботана? О, нет, да. Да, хочу. Ну вот. Вкусно? Конечно, вкусно. Нет, не вкусно. Смотри, как я могу. Человек. Ой, он дурачок. Он мог в окно запрыгнуть. Да что за хуйня? Они просто перекидывают. Они ёбаные бодибилдеры. Я пытаюсь ловить одного из них, этого бодибилдера. Он все еще очень... Блять, да я вообще рядом проходил. Игра, ты совсем охуела? Игра про бодибилдеров. Ой, у меня там ловушка, что? Какого хуя? Простите, но эта ловушка должна была сработать. Да, прыгай. Где он? Естественно, ты здесь. Ой, а здесь-то я живу. Ты прям домой ко мне пришел. Подальше, чтобы не так удобно было слазить, да? Может попробовать забайтить? Просто вот так вот не ходить. А, он дурачок. Сам себя погубил уже. Ну не думаю, что его можно обойти прям. Правильно? Я вижу его. А, я спасу тебя! Я спасу! Мой друг! Блять, тупая... Я, кстати, ее потерял на самом деле. Куда она делась? Представляете, она просто перестала шуметь. Давайте... Кстати, я что не могу прогрессировать? Ладно, она на самом деле... Что-то непонятно, куда делась. Чат, вы видели? Да, видели, видели. Вы не наебываете? Не, не наебываю. Эу. Пс. Тебе не получится. О, кто-то в ловушку мою встал. Давайте проверим. В окно кто-то залез все-таки. Видите, запредиктили.
Он прям ко мне домой пошел, серьезно. И что ты здесь хочешь найти? Что он хотел здесь найти, как вы думаете? Кто-то спалился. Что, черная, иди сюда. Она опять испарилась, она черная и пользуется этим преимуществом. То есть ты думаешь, я тебя возьму, я так и отпущу, конечно же. Там, получается, еще черная еще должна здесь быть. Или кто его освободил? А? Кто, сука, его освободил? О! Какие у тебя испуганные глазки. Спряталась. Прям елку украшаем. Неудачно, да, наверное, на втором этаже было. Я не совсем понял, как на второй этаж подниматься. Какой тихий. Насчет регенератора. Я понял. Заберу-ка я с собой. Так, ну теперь доступен люк. Мне бы его найти еще. Вот нашел. О, прям звук из люка исходит такой. Найди меня. Получается, мне либо ждать, пока он сюда подойдет в стелсе. Сейчас у меня, видите, кулдаун справа внизу сейчас должен пойти. Я стою уже 6 секунд. Вот он. Эо! Ну что, размотил меня? А, я понял. Ну конечно. Ну, чтоб ты этим не пользовался, да? Ой, кто-то в капан, капкан попался. Хочешь к своим друзьям? Капан. Пошли. Так, надо вот, вот крюк. Я бы тебя к друзьям отнес, но ты такой прыткий. Я бы тебя лучше здесь повешу. Капан, капан, поймал его. Пойду скажу ему спасибо. Великолепный капан. Изи катка.